Всем привет! И сегодня мы снимаем охрана, защита животных. Мы будем защищать домашних и... И у нас сегодня ну, против насилия, короче. Да, и в гостях у нас сегодня наш обожаемый пес Эльчик. Эльчик, поздоровайся. Надеюсь, ты не будешь прикатываться. Да. Ну, я котенький. Тихорёсенький. Ну, давайте, вот. Давайте поговорим. Большинство людей выкидывают животных. Когда идешь по улице, очень жалко смотреть. Например, позавчера нас с моими друзьями покусала собака. Какая-то бешеная. Мы просто тупо шли с универмага, вбегает такая здоровая овчарка, начинает нас кусать. Даже не знаю, почему. Да, твои предположения, почему она может нас кусать? Она кушать хотела. Да! Это как будто кусочек мяса. А то Вадима, знаешь, что делала с ним? Она его, да, я знаю. Короче, там много чему делала ему. Да. Например, вот я шла с бассейна и увидела тоже собака была, но она просто сидела там на пороге и смотрела на меня такими жалкими глазами, то что я, короче, побежала в магазин и купила ей колбасу. Что-то мне кажется, что ты врёшь, да, Даш? Нет, мы с бабушкой побежали, купили колбасу. А, ну тогда ладно. Да. И всё, и опять же мы рекламируем духи Шанель. Это офигенные духи. Даша сама ими пользуется. А я нюхал. Это нормально, короче. А я нюхал. Такой, вот ты реально подумаешь, что вы там делаете? Блин. Для особо таких, которые подумают, что мы что-то там либо делаем, я подошел, флакончик понюхал, а не ее понюхал. Короче, мы от темы отошли, мы говорим про домашних животных. Да. Против насилия. Люди, вот зачем насиловать этих, как их там, животных? Ну, это... Ну, в общем, это называется зоофилия. Прискорбно. Да, это прискорбно, ребята. Очень плохо это делать. И вообще, в принципе, я читала историю, то, что про этого щенка Ангела, но, в общем, он сейчас весь интернет там. Короче, все, наверное, смотрели фильм «Хаски», да? «Хатика», да, точнее. Да. Смотрела его? Да. Ну и как? Печал. Жалко. Печал. Жалко собачка, да? Да, вообще. Ну, такая халявенькая была. Ну да. Вот. Давай, даже про этого ангела вообще. Поздоровайся еще. Вот, нравится. Он не хочет быть звездой интернета, знаете. Топ-блогером не хочет быть топ-блогером. Так, давайте. Да. Как вы можете заметить, мы светлеет. Немножечко по-разному, по что. Да. Я вот так сделаю. О. О, вот так вот норм. Да. Сейчас как-то мы 2 минуты снимаем. И ничего. И ничего. И ничего стоящего не сказали. Да. Надеюсь, я сниму. Лучше бы мы в покер сыграли, я тебе отвечаю, но. Сыграли в покер, выложили бы это в YouTube. И блин, ну. Ну, охрана защиты животных. Ну, блин, люди, пожалуйста, не надо насиловать животных и издеваться над ними. Если уже купили животное, то не выкидывайте его. Да, вот как идешь и смотришь на котенка, и вот прям жалко его становится. У меня самого собака была, получается, мы жили в общаге. Жила собака с нами, на нее пожаловались, нам пришлось ее отдать, ну, в деревню. Она там со скуки умерла. Да, у меня хомячок сбежал. Да. У моего дверного брата кошка с окна выпрыгнула. Да ладно. О, это очень плохо, когда ваши животные умирают. Вот у меня недавно умер хомяк. Ты же говорил, что он убежал. Он умер. Ты же говорил, что он убежал. Прошлый убежал, а этот умер. Ну, все ясно с тобой. Да. Ну, Эльч, не шипи, ну. Да, ну, в общем, у меня Эллинг сидит. Он так сидит у меня. Тебе смешно на эту тему? О, да ладно. Добей. В общем, ребят... Я сегодня пойду в школу, как хуй. У меня все грязное. Все в шерсти. Успокойтесь. В общем, ребят, не печаливайтесь, если там кто-то... У кого-то умерли животные, то... Это не важная в жизни. Зато у меня сейчас 2 кота, так что... Можно купить себе нового животного, ну хотя, знаете, как бы это горе на всю жизнь. Как у меня сейчас, вот. Я расскажу одну историю. Получается, у меня был 2 кота, получается. Один здоровый, а второй сиамский, маленький, получается. Мы думали, что он мальчик. В итоге, когда ему исполнилось 7 месяцев, оказалось, что он девочка. Реакция нашего кота была. Это еще хорошо, что он кастратом был. В общем... Вот так. И не надо издеваться над животными. Это очень плохо. Даже вот я смотрела видео, где в YouTube, кстати, залили видео. Там положили собаку, привязали на рельсы. Да, печаль. Вообще бедненькая собачка. Блин. Ладно, ну, Даша, наверное, думаю, заканчивать надо, да? Да. И скоро выйдет второй Второй влог. И в нем буду также я участвовать. Угу. Да?
Конечно. 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 Да, не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать наше видео. Да. Заметьте, у нас уже 500 просмотров. Хотя за 3 видео. 500 просмотров, да. То... 487. 400, да. Ну, у нас только 4 видео, в двух участвую я, в двух участвует она. Скоро я буду свои вылаживать видео. Да, поэтому... Подписывайтесь на меня. Все, ждите. Подписывайтесь на ютубе Илья Волков. Подписочек вот. Да, она, как ты написано? Даша. Пушка. Да, и, ребят, надеюсь, вы поймете нас и пощадите животных, которые совершенно ни в чем не виноваты. Хорошо, Петь, ну уже все, уже хватит, все, закончили. Все, всем пока. Пока.